17 января 2015 года в спортзале детско-юношеской спортивной школы прошли соревнования по настольному теннису среди школ «Зачет спартакиады» муниципального района Кошкинский. Первое место среди средних образовательных школ заняла команда из Новой Кармалы. Второе место – село Кошки. Третье место – село Орловка. Четвертое место – село Надеждино. И пятое место – Русская Васильевка. В личном зачете среди юношей победителем стал Трусилин Максим из села Кошки. Второе место – Бектемиркин Евгений, село Новая Кармала. И третье место получил Потапов Никита, село Новая Кармала. Среди девушек первое место заняла Югавкина Диана, село Новая Кармала. Второе место – Яхункина Юлия, село Новая Кармала. И третье место – Григорьева Вера, село Кошки. Среди общих образовательных школ первое место заняла школа из Нижней Быковки. Второе место – Старая Кармала. Третье место – село Старая Максимкина. Четвертое место – Четыровка. Пятое место – село Большое Ермаково. И шестое место – Большая Романовка. Личный зачет юноши. Первое место занял Усков Евгений, село Старая Кармала. Второе и третье место заняли ребята из села Старая Максимкина. Родионов Андрей и Герасимов Дмитрий. Личный зачет среди девушек. Первое место – Дереглазова Ирина, село Старая Кармала. Второе место – Уткина Виктория, село Старая Кармала. И третье место – Толстикова Валерия, село Старая Кармала. Соревнования обслуживали Бутяева Мария Григорьевна, Сергеев Андрей Викторович, Романов Александр Юрьевич, Полуэктов Денис Владимирович. Посмотрите, какая серия. Ну что здесь можно сказать? Великолепный настольный теннис. Предела на пути к вершинам мастерства.